color? I am blue. I like blue. What is your favorite color? My favorite color is gold. Is gold. Wait. It's okay. What do you like to eat? I like sausages. Do you like potato? Bananas. What about ice cream? Potato, ice cream. Несколько лет назад молодой предприниматель Ирина Росина решила организовать в Раменском студию развития для школьников. Дело пошло. Главным критерием успеха Ирина считает любовь к детям. Жизнерадостности, да, это в первую очередь, несмотря на то, что у нас сейчас сложный период времени, на детях это никак не отражается. Они все приходят довольны, с настроением, вот, у них свои какие-то интересы. Вот здесь, возможно, это уже игры, которыми они интересуются, тоже им покупаем. В общем, у детей мы учимся, как, несмотря на вот эти все проблемы, которые нас окружают, быть жизнерадостными, жизнь продолжается, и все хорошо. У них всегда все хорошо, они приходят с настроениями, и так поднимают нам настроение, что и мы здесь тоже... Все в хорошем настроении. Сейчас в студии занимается около 300 детей. Дошкольников готовит к 1 сентября и учит позитивному отношению к жизни. Они все дошкольники. В основном это мальчики. Знаете, что самое интересное? Мальчиков у нас где-то 90% к логопеду приходят. Вот. В основном это мальчики. Что я заметила, они очень ласковые. Я жду позитивных эмоций, что... Уже будет более хорошая ситуация с карантином и так далее, чтобы можно было гулять и без проблем ходить в школу. В студии работают 20 специалистов высшей категории. Занятия проходят в игровой форме. Прочитай нам третье предложение. На ферме много коров. Так, на ферме много коров. Так, следующее предложение прочитай нам, Настя. Федор ее друг. Федор ее друг. Пожалуйста, Дениска прочитает нам следующее предложение. Дети любят молоко и траву. И еще раз прочитаю последнее слово. И дети любят молоко и творог. Детки есть очень общительные, есть замкнутые немножко такие, а есть дети, которые очень-очень любят все, что им говорят и нравится им. Вот. Ну, каждому находим подход, раскрепощаем их, чисто психологически работаем с ними, чтобы, придя в школу, дети могли себя чувствовать там, хорошо, комфортно, уютно и получали знания с удовольствием. Уже второй год в Подмосковье проводится конкурс «Бизнес-леди», организованный торгово-промышленной палатой региона. Ирина попробовала свои силы. Для меня это было новое, что-то интересное. Ну, все знакомые, там, сотрудники мои попросили меня тоже поучаствовать. Они нашли, говорят, вы, Ирина Александровна, это вот ваше, вы попробуйте, проявите себя, да. Вот, я согласилась, поучаствовала. Очень интересно с точки зрения, что мы познакомились с участниками, да, посмотрела другой бизнес других леди, да, которые там участвовали. Плюс очень интересные мастер-классы были в ходе. Конечно, сейчас это проходило все в Zoom. Конечно, хотелось бы это вот наочно как-то обучаться, но вот такое время. Все равно очень интересно, очень полезно. Это мне дало, может быть, подвести какие-то итоги, потому что ты как-то работаешь, и как клубок, да, там один центр открываешь, другой, там какие-то делаешь полезные вещи. Ну, это думаешь... Ты работаешь хорошо, это нормально вроде как бы, да? А тут, когда начинаешь подводить итоги, ты понимаешь, что действительно ты молодец, вот, и мы молодцы, и у нас такое хорошее заведение дополнительного образования. Конкурс проводился в несколько этапов. Победительницы муниципальных конкурсов получили звание «Бизнес-леди Подмосковья 2020» в своем округе. Это очень все мотивирует к дальнейшему развитию. На самом деле, вчера пришла уже, думаю, надо дальше идти на обучение, надо как-то дальше развиваться. Вот. И это все мотивирует к дальнейшему развитию и помогает подвести свои итоги, то, что уже сделано. Ирина завоевала второе место и в Новый год вошла с новыми креативными идеями.
Игорь Кабанов, Ольга Скрябина и Сергей Дружинин для программы «Городские вести».